кто такие люди, мужчины, женщины, дети, гермафродиты, как они выглядят. Внешне это самые обычные люди, которые отлично уживаются в обществе. Самое интересное, что гермафродитизм бывает невозможно определить до полового созревания. Многие думают, что у гермафродитов есть половые органы мужчины и женщины, но это не совсем так. У многих гермафродитов изначально имеются половые органы женщины или мужчины, и только в период полового созревания обнаруживаются нарушения. У мальчика может вырасти грудь, а у девочки будут отсутствовать молочные железы и не пойдут месячные. Человек-гермафродит – причина рождения таких людей. Основная причина – генетическое нарушение, которое не могут объяснить медики и ученые. При этом внешне это может быть женщина или мужчина, но внутри все иначе. Виды гермафродитизма – истинный. При этом типе у человека имеются оба половых органа. То есть внутри яичники и яички, а снаружи влагалище и пенис. Ложный. Он в свою очередь делится на женский и мужской типографию. При мужском типе у человека развивается пенис, который небольшого размера. При женском, грудь не растет, голос грубый. Как выглядят гениталии, половые органы людей гермафродитов, схема расположения. Гениталии выглядят по-разному, в зависимости от типа гермафродитизма. Основные особенности: у мужчин член недоразвит, искривленный, маленького размера. Мошонку плотная и напоминает женские половые губы. Яички часто не опущены в мешочки. У женщин крупный клитор может выглядеть как маленький половой член. Половые губы напоминают мошонку, они крупные, неправильной формы. Как ходят в туалет люди-гермафродиты? Гермафродиты ходят в туалет обычным образом. Все зависит от типа гермафродитизма. Мочеиспускание происходит, как у всех, через уретру. Она может располагаться в пенисе или в промежности. Гермафродиты – люди с двумя половыми органами в мифологии. Существует очень красивая легенда, согласно которой сын Гермеса и Афродиты влюбился в нимфу. Эта женщина жила в воде и тоже полюбила юношу. Тогда сын богов пришел к отцу и матери и попросил их соединить вместе. С тех пор появились гермафродиты. Хотя с медицинской точки зрения легенда ни при чем. Есть ли у человека гермафродита месячные? Все зависит от типа гермафродитизма. Если это ложный тип, то выделяются одни половые гормоны, женские или мужские. Но из-за особенностей внутреннего строения у девочек может не быть месячных. Они могут начинаться гораздо позже, чем принято среди здоровых девушек. Из-за наличия половых признаков двух полов, яичники у девочек недоразвитые могут выделять недостаточное количество гормонов. Из-за этого месячных может не быть. Хотя есть случаи, когда у гермафродитов идут месячные и сохранена репродуктивная функция. Может ли человек-гермафродит родить ребенка, иметь детей? В большинстве случаев гермафродиты бесплодны. Это возможно из-за недоразвитости яичек или яичников. Но имеется случай успешного зачатия и рождения ребенка у гермафродитов. Может ли забеременеть гермафродит сам от себя? Нет, это исключено. На самом деле секс с самим собой среди гермафродитов невозможен. При этом из-за недоразвитости половой системы вырабатывается бесполезная сперма или яичники не производят яйцеклетку. Можно ли забеременеть от женщины-гермафродита? Нет, это невозможно. Так как женщина будет выглядеть как женщина при ложном гермафродитизме. У нее нет полового члена. Половые органы странной формы и выглядят тоже странно. При этом половая функция может быть не нарушена. Такая женщина сможет забеременеть от мужчины при нормальном гормональном фоне. Другая женщина не сможет вступить с таким гермафродитом в половой контакт из-за отсутствия полового члена. Как размножаются люди-гермафродиты? Размножаются гермафродиты, как все обычные люди. Это возможно только при ложном гермафродитизме. При истинном типе забеременеть, зачать или родить ребенка не получится. При наличии половых признаков обеих полов у мужчины может быть не нарушена мужская функция. Половые гормоны могут вырабатываться в нормальном количестве. Поэтому практически забеременеть от ложного гермафродита реально. Трансвеститы и гермафродиты, в чем разница? Это не одно и то же. Трансвеститы – обычные люди без генетических нарушений. Они просто выглядят иначе, чем чувствуют себя. Поэтому прибегают к смене пола. Гермафродиты – своего рода мутанты, которые имеют признаки как мужчин, так и женщин. Гермафродиты – известные люди, фото. В истории достаточное количество известных людей-гермафродитов.
Самое печальное, что во времена инквизиции таких особей сжигали и подвергали пыткам. Именно поэтому многие вынуждены были скрывать свою принадлежность к гермафродитам. Известная гермафродит в истории Маргарет Малор. Женщина до 21 года считала, что является самой обычной. Только в 1686 году доктор, который ее обследовал из-за болезни, выявил аномалии. В справке было указано, что Маргарет скорее мужчина, чем женщина. Именно поэтому ей запретили звать себя женским именем и заниматься женской работой. Внешне Маргарет была как женщина, хрупкого телосложения и округлыми формами. Она в силу физических особенностей не могла заниматься тяжелой мужской работой, поэтому вынуждена была попрошайничать. Только благодаря другому доктору, который выдал справку о том, что Маргарет является скорее женщиной, дало ей право снова считаться таковой. Женевьева де Бомонт был скорее мужчиной, чем женщиной. С успехом играл роль как мужчины, так и женщины. Был придворным, часто шпионил за королями. Джозеф Маза до 12 лет воспитывался как девочка, но потом врачи констатировали, что это скорее мальчик. Половые признаки были больше похожими на женский, родители приняли небольшой пенис за разросшийся клитор. После вскрытия выяснилось, что Джозеф имеет матку яичники и скорее является женщиной, нежели мужчиной. Гермафродиты спортсмены, фото. Среди спортсменов тоже известно достаточное количество гермафродитов. Об этом говорит история. В 1966 году был введен на Олимпийских играх секс-контроль, который обязал проверять всех участников на принадлежность к определенному полу. Ведь в женском спорте известны случаи гермафродитизма. При этом физически гермафродит сильнее любой женщины. Известные спортсмены-гермафродиты Дора Ратьяон, прыгунья, высоту Зденка Каубова, атлетка Элен Стефенес, атлетка Станислава Волосевич, атлетка Рене Ричардс, теннисист Мария Патина, атлетка. Самое печальное, что многие спортсменки из-за постоянного приема стероидов и гормонов превращаются в мужчин. У них огрубевает голос и растут волосы. Как видите, среди спортсменов большое количество гермафродитов, по некоторым данным 1 на 500 спортсменов. Наличие мужских гормонов помогает выигрывать олимпиады. Видео «Кто такие гермафродиты?». Возможно, вам понравятся статьи «Женская мода на весну, лето, осень, зиму 2020 года. Модные тенденции, тренды, образы. 173 фото мужская». Уличная мода весна, лето, осень 2020 года. Новые тенденции, стильные образы. 105 фото. Какая форма женских бровей в моде в 2020 году? Как сделать себе модные брови в 2019 году? Советы, тенденции моды, инструкция, как избавиться от вертикальных морщин над верхней губой. Эффективно дома косметологическими процедурами, рекомендации косметолога, описание процедуры, народные рецепты, отзывы, какой орган в человеческом теле самый большой. Из чего состоит самый большой орган, какие функции выполняет. Интересные факты о самом большом органе человека. Топ-10 людей с уникальными способностями тела. Даниил Таммёд, Радха Кришнан Велю, Мишель Латита, Вим Хоф, Илью Таулин, Яков Циперович, Стивен Уилтшир, Вероника Зайдер, Кевин Ричардсон, Бен Андервуд, бананы с кровью. С ВИЧ-инфекцией, СПИДом и серии «Правда ли это?», может ли ВИЧ жить в банане? Можно ли заразиться ВИЧ СПИДом через бананы, фрукты? Внутри банана что-то красное, что это? Что значит брутальный мужчина, значение слова? Стоит ли заводить отношения с брутальным мужчиной? Преимущества и недостатки. Популярность брутальных мужчин. Самые фигуристые женщины после 50 лет. Обзор, фото, белый цвет в одежде женщины. Значение, психология, модные образы, правила подбора одежды, красивые сочетания с другими цветами. Белый цвет в одежде женщины, фото звездных образов, идеи создания луков, как определить, кто ты, эктоморф, мезоморф, эндоморф тест. Типы телосложения, фигур мужчин и женщин, эктоморф, мезоморф, эндоморф, отличительные особенности, фото, как узнать, на кого я похожа. Из знаменитостей, звезд, актрис, внешний онлайн-сервис, тест, сайт Силпслайк, как пользоваться. Что означают знаки, жесты пальцами рук у современной молодежи, описание, фото, смертельно опасное ядовитое насекомое, похожее на ежа. Правда ли, что оно существует, как называется, описание, фото, кто больше и чаще изменяет, мужчина или женщина, статистика, причины. Какие знаки зодиака изменяют больше всех среди мужчин и женщин? Как понять, что муж мне изменяет, 10 явных признаков.
Что делать, как себя вести, если муж изменяет? Измена жены. 15 признаков. Как обнаружить первые признаки женской измены, как понять, что жена изменяет?